Всех приветствуем на канале Клетка. Мы продолжаем наши видеоуроки с Дмитрием Киселевым, тренером по боксу и кикбоксингу, персональным тренером. Дима у нас специализируется на персональных тренировках, берет конкретно человека и выставляет ему правильную траекторию ударов. Даже кто в Нижнем Новгороде, вот welcome. Все, приходим к Диме заниматься, а мы сегодня поговорим о лапах, и у нас тема. Тема сначала у нас. Мы отталкиваемся от предыдущего урока, и она у нас получается первая, это многоударная комбинация. А второе, это отработка защитных действий, как мы вклиниваем, собственно говоря, к этим комбинациям. Я почему просил, потому что я самые-самые первые мои уроки были, как правильно работать на лапах. Это было 4 года назад уже. И вот, и я Диму заново попросил, давай еще раз повторим, уже с его стороны, он объяснит свой вариант преподавания работы на лапах, как это делается. Чтобы не было вот этого. Давай, бей двойку. Или 4. Или 6 там. Все, пошло. Много комбинационных. Но многоударная комбинация. Многоударная. Они у нас от двух ударов, допустим, мы сделаем с Андреем и до 4. Я буду ему давать команды в процессе. Допустим. А мы сейчас это как можно старичком и с профессионалом. Да. Новичок сейчас. Пока Андрей сейчас в данном случае новичок. Я ему даю самые простые. Два джеба. Теперь я контролирую амплитуду. Раз-два. Два джеба. Если Андрей делает, как новичок, он делает небольшие смещения. Обратите внимание. Так, раз-два. Повторный прав. Два джеба. Раз-два. 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 Три джеба. Раз-два. Два джеба. Два права. Раз-два. Три права. Еще и стряхни. Да. Право. Слева. Бой. Два джеба вправо. Да. Два джеба влево. Три джеба. Прямой левый бой. Да. Все статично. Все спокойно. Два джеба. Левую руку как можно максимально оставлять чаще. Прямой боковой. Отлично, прямой подход. Вот это небольшой пример того, как можно отрабатывать комбинационный движение с новичком. Опять же, Андрея я не заставлял двигаться, я следил максимально за тем, чтобы его траектория ударов была правильная, как у него входит его кулак в лапу правильным точным движением или царапающим, чтобы я его мог скорректировать. Плюс я постоянно добавлял ему левую руку, потому что левая рука... Что ты сделал мне начало? По правой, потом по левой. Да, это смена цели, она тоже положительным образом сказывается на твою координацию, потому что мы... Да. Мы левой рукой можем в бою, она у нас работает. Давайте еще раз повторим. Да. Я бил левой рукой по левой всегда. Да. Потом раз правой бою. Потом раз левой бою. Я его также могу заставить сделать с небольшим смещением влево два джеба. Это тоже положительным образом сказывается. Также правую руку, да. Да, тут уже чуть другая. Да, уже. По-другому. Да. Потом это опять же сказывается очень важным образом на бою, потому что левая рука у боксера, она у него очень важная. Не зря говорят, режь левой как автоген, а не правой как кувалду. Мы с ним можем чуть-чуть добавить небольшое смещение. Да. Также мы можем встраивать три. Также мы можем добавить, допустим, прямой и боковой левый, два коротких. Да, еще раз. Два джеба. И мы постоянно комбинируем прямой и боковой. Вот таким образом мы можем разрабатывать переднюю руку оппонента. Опять же, не с небольшими движениями, как новичку все. А теперь мы, допустим, сделаем с Андреем вариацию. Андрей у нас профессионал. Теперь мы его заставим немножко подвигаться. Бой. Два джеба. У него уже голова начинает по-другому работать, потому что я ему и усложняю, я ему меняю постоянно темп, и я ему меняю постоянно траекторию удара. Ну, Андрей, просто... Я просто это, просто как бы
никто не держит, да, что там правую туда джеб. Я это своим держу. Да. А тут раз мне начинает так держать. Да. У меня просто лапа появляется, сразу это правую сую. Да. И плюс мы с ним заранее, когда мы представим сейчас то, что я работал с Андреем как с новичком, и он уже знает все мои команды. Когда я там с ним еще говорил, снизу сбоку, да, снизу сбоку, я могу там да, снизу сбоку, сбоку, а потом снизу сбоку, сбоку, да. Сбоку, третий, да. Ага. А потом мы с ним делаем это все в динамике, как профессионалы. Джеб, два джеба, два джеба, раз, два, снизу сбоку, снизу сбоку, снизу сбоку, снизу сбоку, сбоку, снизу сбоку, сбоку, раз, два сбоку, раз, два сбоку. Прямой боковой. И вот так вот он учит реагировать. Это уже немножко другой уровень, но как было в начале, это надо закрепить, чтобы потом вот в таком вот режиме двигаться. Ну понятно, как бы ты программируешь. Да. Здесь очень сильно грузятся мозги, и это опять же положительным образом сказывается потом на ведении боя, именно как в комбинациях это дело. Если вы посмотрели внимательно, когда мы сделали вот этот полупродвинутый уровень, Андрей не делал это статично, он постоянно делал какие-то микродвижения перед своими комбинациями, это очень важно. Потому что, когда мы отрабатываем комбинации на лапах, у многих потом учеников возникает вопрос. Даже банальный бой, он делает банальный бой, а он не может ее реализовать в бою. Потому что он не делает вот эти движения. Андрей меня дергает, допустим, как профессионал, да. Ему потом в бою уже гораздо проще провести эту боль. А если он отрабатывает всю жизнь, будет вот так вот, статично. Перешел статичный удар, и оппонент ему не выкидывает даже руку для контроля дистанции. Он потом не может реализовать это все. Это очень важный нюанс. Давайте. Я добавлю, да, просто сейчас на Диму держал. Мне бывает не нравится, знаете, когда я там приезжаю на соревнования, мне подходит, Андрей, подержи лапы. Я как бы считаю, что должен один человек держать лапу, потому что мы все подстраиваемся конкретно к человеку, да? В данном случае Дима мне не держит лапы, но я вот так более опытный в этом деле, я уже постараюсь подстроиться. Через неделю мы можем работать даже без команды. Я уже буду, понимать его. На интуитивно. Потому что сейчас лево-право-лево говорит, потому что я некоторым ученикам держу, допустим, я уже почти ничего не говорю, они настолько знают все комбинации. И когда уже идет усложнение, я уже говорю и потом повторяю. Да. Поэтому здесь мы как бы, опять же, проговариваем. Да, оговариваем это предварительно. Оговариваем, да, чтобы вы понимали, как происходит работа на лапах. От простого к сложному. Это уже сложный вариант, то есть это уже надо. Может, человек должен уметь работать. Да. И именно вот остановиться на эти очень важные нюансы. Они очень большую роль. Вот еще давай сейчас нюанс скажем про перемещение. Давай отойди нас, Потому что бывает некоторые начинают очень много мельтешить и суетить спортсмена на ногах. Да. То есть если я двигаюсь, я должен поколеть так и сейчас бросил, да. Я могу делать это помедленнее, да. Я должен работать на руках, чопе, особенно на ножке, да. А многие, кто держит лапу, они начинают настолько раздергивать своего партнера, тот, кто бьет, что он и забывает уже и о перемещениях, и о том, что как надо правильно бить. Да. Поэтому очень важен, конечно, как партнер двигается, кто-то конкретно держит лапу. Потому что, по сути, он меня ведет, и я его веду. Мы двигаемся, как в бою. Куда он, туда и я. Куда я, туда и он. Но в данном случае, конечно, задает работу тренер. Мы бывало, когда, помнишь, когда мы в клетке снимали, Дима мне держал лапы. Я говорю, давай потихонечку, я давно не бил. А я сам так начал перемещаться, и уже и Дима там прыгает. Мы друг друга подхватили, грубо говоря. Спровоцировали. Да, следующий момент, который мы осветим. Осветим здесь, это защитное движение корпусом. Ну и ногами, но если нам сейчас свет позволит здесь, потому что он очень сырой. После этих же комбинаций. Допустим, Андрей пробил ту же самую гвоздку, и я ему спокойненько кинул пару раз прямой удар. И он где-то качнул корпусом. Больше корпусом качал. Вот. Все спокойненько, да. Потом я где-то ему нервочки подкидал. Опять же, все узко. Да, у Андрея еще немножко спина, да, болит. Вот. Я ему опять же там раз, его спокойненько, два джеба. Опять же, чтобы левая рука работала. Также в другую лапу два джеба. Да, раз, два. И опять я ему чуть понабрасываю. Это именно защитные движения отрабатываются именно корпусом. Корпусом. Да, точно. Да. Вот такой вот большой нюанс. Все движения нужно делать максимально узко и коротко. И, как сказал один хороший тренер, нужно, когда вы выполняете защитные движения корпусом, работать на грани фола.
Потому что если у нас будет закрепляться вот такой... Сейчас я вот объясню. Если я буду ему выкидывать просто прямой удар, а он будет уходить вот так вот, это будет очень плохо. Для любых единоборств. Да, амплитудно. Он всегда должен быть рядышком, рядышком со мной. Потому что он сможет мне контратаковать, я здесь раскрываюсь. Он учится находиться рядом со мной, всегда работает на грани пола. Не так, да, там? Да, да, да. О, да, вот так там. Мы многие видим, там легкие делают, уже там головой прошибают, там пах. Это неправильно. Вот на этот нюанс нужно тоже очень сильно сконцентрироваться и выполнять его правильно. Еще здесь сейчас я тоже отмечу то, что если по партнеру работать на защите, вы не должны работать как бы себя таким удовлетворением, то есть он не успел, партнер сделать уклон на руку. Вы работаете под скоростью, которой работает оппонент. Ваш оппонент, потому что вы как бы отрабатываете с ним вот эти рефлексы защитные. То есть я работаю, где вы сейчас с такой скоростью, да, то есть даже если я где-то опустил, да, то есть я не должен суетиться, да, там, блин, начинать переживать. То есть он меня спокойненько обрабатывает, чтобы я рефлекторно рефлекс отрабатывал защитный правильно. Потому что бывает, нет, ты смотришь, он там блатами как даст. Когда мы уже бывает с профессионалом, когда уже наш ученик уже работает в преддверии соревнований, уже на лапу бывает жестче работаешь под защиту, чтобы психологически закреплять через мышечную усталость, через то, что не получается защищаться, еще тут же атаковать. Да. И последний момент, который можно сюда добавить, это работа от защиты, непосредственно от самих блоков. Допустим, мы опять встали, да, коротко. Андрей встал статично, я ему дал, допустим, боковой, он поставил блок, я атакую с этой же руки. Опять раз, с этой же руки. Опять все статично, все спокойненько. Он учит правильно поднимать, работать корпусом при блоках. Мы вот с ним стоим спокойненько и накидываем под разным углом. Да, могу ему с другой руки дать, ничего страшного. И опять же, мы спокойненько все это делаем, чтобы он учился правильно реагировать, чтобы у него был правильный тайминг, правильное направление удара, чтобы он не смазывал его, чтобы он дышал, чтобы он реагировал. Потом я начинаю где-то кидать по два удара ему. Да, да, он может бить так же. Да, потом я ему раз поменял этажность, да. Андрей, раз, видите, Андрей делает микродвижение очень правильно. Это его именно приучает, все эти движения делать правильно в бою. Да, хорошо. Еще раз. Бум-бум, два бутылка. Да, еще раз два бутылка. Это очень важная работа. Ее также можно делать как статично, так и в динамике. Если можно прям браун брать такой. Да, да, да. Вот здесь вы сейчас можете так сделать. Мы сейчас сделали, уже у нас там разговариваем уже 14 минут, 15 видеоурок. Вы можете прям разбить его по раундам. А как мы первый сделали акцент, на какую работу вторую, акцент третий, сейчас четвертый. На фоне мышечной усталости, между прочим, я бы специально даю именно последнюю вот эту отработку через защиту. Когда у нас мышцы все забиты, мы уже здесь повисли ручками, держим, и от защиты мы начинаем работать. Бам-бам, а который потом 30 секунд до конца раунда, минуты, разрываем дистанцию, партнер начинал разбрасываться. То есть он уже как бы должен... Ну, как бы я просто люблю удар, знаешь? Да, то есть дистанция, да, дистанция, не защита, а дистанция, просто держи меня. Чтобы я уже как бы чуть-чуть раскрепостил. Потому что здесь я уже подзажался, устал, а тут надо чуть расслабиться, чтобы как закрепление было другое, мышечное. Все, я все сказал. Да, да. В общем, вот такие можно сделать упражнения, отнести к многоударным комбинациям, когда вы уже выполнили предыдущий урок, который мы уже сняли, и добавить сюда защитные движения, как после выхода этой комбинации корпусом, добавить ножки и блоки, работа от блоков. Это тоже очень хорошо сказывается в бою. Смотрите, прежде чем мы снимать видеоуроки, мне Дима написал, как бы все написал, типа, о чем мы будем говорить, и говорит, мы можем снять все в один урок. Это второй урок по 15 минут уже. Нормально, да? Подписывайтесь на канал Клетка, подписывайтесь на инстаграм Димы Киселева, Андрей Басынин. И приходите тренироваться к Диме в Нижний Новгород. Ищите его, гуглите в интернете. Он скрывается, правда. Ну и приходите в спортивный клуб Клетка. Я, конечно, не такой специалист, как он, но я учусь. Вот здесь специально учусь. Все, давайте, все, пока. Нормально, вообще, 15 минут разговор.